Привет, друзья, с вами Дмитрий Штира, это канал Adder Tools. В предыдущем ролике мы рассматривали аппарат для сварки пластиковых труб, это был Detron. И к нам приходила девушка Марина, которой я помогал выбрать этот аппарат для подарка. Надеюсь, подарок понравился мужу. Вот что думать, Марина к нам зашла, и я думаю, что она расскажет сама сейчас. Марин, заходи, я думаю, всем будет интересно, как подарок. Как подарок? Естественно, классно. Как мужчина, естественно, отреагировал сдержанно. Вау, типа, класс. А внутри, наверное, боже мой! В общем, все хорошо, да? Классно. То есть прошло все как вот... В глазах вот была реакция, как я вам сейчас показала. Ну, конечно, в жизни она была такая... Ой, ты меня такое взяла, ты такое, ля-ля-ля. Ну, все хорошо, в общем-то. Ну, я очень рад. Вот прям хорошо, что так получилось. Подарок, как говорится, зашел. Марин, я хочу, чтобы ты мне помогла рассказать людям чуть про другое оборудование. У меня есть фен. Ты что-то про фены знаешь? Конечно. Ну расскажи, вот что ты знаешь про фены? Вот фен. Вот что такое фен? Это безупречная укладка волос. Все. Ну, особенно, когда ты спешишь куда-то, и тебе нужно быстро с мокрой надо. Это тоже для волос. Фен для волос, просто для мужчин, которые занимаются строительством. А, типа брутальный фен. Да. А у нас новые строительные фены, которые есть и контроль температуры, и все что угодно. Ну что, интересно? Посмотрим. Класс, конечно. Давай, я сейчас я даже несколько фенов даст. Что? Как интересно. Мне тоже интересно. Попробуй. Ну что? У нас есть несколько фенов, да? Ну вот, одна коробка, вторая коробка, и еще тут несколько коробок. Это разные модели. Да, разные модели. Я предлагаю открыть, посмотреть, может даже включить. Ну, конечно, может даже попробовать. Естественно. Да, для этого нужно. Мы зачем тут собрались? Нож. Так, ну, откроем по одному. Так, это у нас 2 киловатта, триак, АТ. Что такое АТ? Это... термофен, у которого есть дисплей и автоматическая регулировка температуры. Поэтому мы его раскроем. Вот так упакован. Да. Ох, какой. Эту упаковку у него прям можно ронять. Вот такой у нас фен. Вот здесь вот дисплей, здесь регулировка температуры и включение-выключение. Здесь еще такая функция есть автоматического охлаждения. Закончили работу, просто выключили, и он будет охлаждаться сам, пока температура не упадет до 70 градусов. Мы его включим обязательно. Так, здесь у нас фен HT. Классно. Это фен без дисплея, но здесь есть тоже таймер. Но здесь уже таймер на охлаждение. Вот он такой же. Да, очень удобненько. Да, здесь смысл в чем? Вы выключаете фен, и он еще 3 минуты охлаждается. То есть вот вам позволит это не ошибиться и не спалить нагреватель. Тут кладезь. Выбор, да? Вообще. Это у нас Триак ST. Это самый простенький фен по электронике. Здесь тоже электронный контроль температуры. Вот такой фен, очень удобненький, здесь включение-выключение и регулировка температуры. Охлаждать его придется самому, ну как вы знаете, после того как работа закончена, нужно температуру выставить на ноль, ну и подождать несколько минут, чтобы он остыл. То есть он дольше всего остывает, да? Ну получится, да, здесь-то у нас получается, что нам нужно будет, не нужно будет время считать, а здесь нам все-таки придется засекать время. Ты их разложил, в общем, по крутости, я так понимаю. Вот этот вообще фен с
Строительный фен Триак БТ серия. А что это такое БТ? А серия БТ, ну, во-первых, у него другой цвет. Да, у него другой цвет, он серенький. Он серенький. И какое у него преимущество? Здесь стоит асинхронный двигатель. Угу. Что такое асинхронный двигатель здесь? Здесь нет щеток. Здесь нет щеток, и этот фен может работать очень долго без выключения. И здесь не нужно менять щеток. То есть он рассчитан на постоянную работу. Так, так вот видно. То есть вот они, в принципе, 4 серии. БТ, СТ, HT и АТ. Это фены Adertools Triac. Конечно же, к этому фену идут насадки. Да. Разные. У меня вот здесь немножко есть. Могу показать, какие. Давай. Есть вот такая насадка. Это самая странная насадка, которую я видела. Ну, кстати, она не только странная, она основная. Это насадка круглая, 5 мм, это еще и адаптер. Насадка для сиропа в кофе. Насадка для сиропа в кофе. Ну, в нашем случае все-таки мы ее будем для фена использовать. Таким вот образом. Вот. Это адаптер, и на него еще надевается другая насадка. Например, вот такая. Это для сварки прутком 5 мм. Это очень странно. Еще более странно, чем это. Да. А вот так вообще странно будет смотреться. Но вот это уже фен, которым можно варить пруток 5 мм. Вот сюда что-то вставляется? Да, сюда вставляется сам пруток. Вот. А еще есть насадка еще странная. Вот такая насадка. Ты, у тебя какой-то набор странных насадок с колесом. С колесиком. Эта насадка нужна для того, чтобы варить коммерческий линолеум прутком. Тоже одевается вот таким образом. Сюда засовывается пруток и варится. И мы будем сегодня делать это с линолеумом. Я очень хотел, чтобы мы это делали с линолеумом. Мы заказали линолеум, заказывали коммерческий, это не коммерческий, поэтому варить мы сегодня не будем, а будем варить в другой раз. А почему? Я тебя обязательно приглашу. Ничего не будем делать. Мы сделаем чуть-чуть другое, мы попробуем выровнять виниловый лист. Да, вот у нас есть такой кусок винила. Угу. Вот он ровный, а мы его попробуем. Ты жестокий просто. Мне его сильнее. Да. И мы попытаемся потом его выровнять. А это получится? Я не знаю, я не пробовал. Ну это жесть вообще, как будто бы он, не знаю, где побывал. Вот такой. Ну, для того, чтобы нам его выровнять, нам нужно будет все-таки включить фен. Угу. Я вот уже на фен надел насадочку такую. Возьмем такую на фен, ну, это... 2 киловатта. Это насадка как на пылесос, как на обычный фен. Да. Стандартная какая-то более, на вид похожа на нормальную. Ну, сейчас мы как раз и попробуем. Мы эти фены сейчас уберем. Да, они нам не понадобятся. Мы их пока положим в сторону. А этот подключить. А этот фен будем подключать, да. Вот там у нас вот есть. Сюда. Да, 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 сейчас я его. Так как он новый, он запакованный. Мы это убираем. Это 3 АКТ мощностью 2 киловатта. Видите, загорелся off, видишь? Угу. Ну, то есть он выключенный, но питание есть. Угу. Нам нужно его включить. Мы его включаем. Он показывает нам температуру, которая фактически сейчас есть. Вот так, видите? То есть у нас здесь 25 градусов. 25 градусов. И потихонечку будем поднимать вот таким вот образом температуру. Ой, как она сильно поднимается. Да, мы сделаем где-то градусов 400. Угу. Вот так. О, 399 я поставил. Все, он пошел нагреваться. Сейчас будет показывать фактическую температуру. Вот он быстренько побежал. Угу. Уже 60. Все очень быстро. Пусть пока греется. Нам понадобится еще валик. Вот такой симпатичный валик, смотрите. Угу. И... я хочу попросить нам... дайте нам, пожалуйста, что-нибудь на стол, потому что мы можем испортить стол, мне его жалко.
горячо вокруг становится. Да, 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 смотрите, смотрите. Вот, спасибо большое. Запах пошел. Это он обгорает. Вот у нас что есть? Что по мне? Ты по мне, у тебя сильнее. Вот. Вот теперь он мятый. Вот теперь он мятый. Нам понадобится силиконовый валик. Вот такой он, красивенький. Не похож он на силикон. Да, я тебе уверяю, это силикон. Да, поэтому... Поверь на слово. Верьте мне на слово. Кто в меня верил? Вот скажите искренне, кто в меня верил, что я сделаю лучше, чем Дима? Это было и так понятно, что я сделаю лучше, потому что это чисто женская задача. Вот, вот эти вот всякие глажки, готовки, уборки. Вот эта вот вся история, она очень похожа как раз на глажку обычно. Вот ты умеешь рубашки гладить? Да. Странный мужчина, это какая-то фигня, не то. Это у меня просто нет рубашек. Но я их умею гладить. Короче, понятно, не умеет она гладить. Вот, это видно, собственно, по вот этой штуке. Ну, у меня же хорошо получилось тоже. Ну, у меня-то лучше. Да, лучше. Мы закончили процесс разравнивания виниловой ткани. Марина победила. У нас 400 градусов термофен. И, конечно же, если я сейчас выключу его сразу, он расплавится. Но я это сделаю. Он не выключился. Он пишет off. Он пишет off, да? Угу. И он будет работать до того момента, пока температура не упадет до 70 градусов. Какой хороший фен. Отная серия. Да? Чуть подождем. И он выключится сам. Фен мощный, я хочу попробовать пожечь бумагу. Надеюсь, у меня это получится. О! Смотрите, получилось. Ах, она даже горит. Да. Ничего не было. Все хорошо. Это сделано специально, чтобы случайно не нажать, когда нужно. Никакой техники безопасности нет в этом помещении. У нас получилось все, мы подожгли бумагу. Поэтому, если что, можно его использовать даже для таких целей. Ну, вот и запах. А запах, да. Запах не очень. Я тут теперь главная. У меня есть каска, противогаз, фен, паяльник. Тут уже все у меня есть. У тебя что? А такой у тебя есть? Теперь есть, спасибо. А такой? Ну и это теперь, вот видишь, ты мне все подарил, понимаешь? У нас фены идут в таких кейсах, бывают наборы для линолеума, для баннеров. Такой хороший кейс. А еще такой кейс бывает в фильмах про всякие там эти хакерские штучки. Ты так открываешь, у тебя там программка. Ну, давай посмотрим. Программка. Ого! Это серьезная конструкция. Я думаю, нам нужен программист. Он пустой. Ну у тебя плохое воображение. Да нет, просто он сделан вот, чтобы уже было положить так фен. Удобно? Удобно. Удобно. А вот такой кейс. Это как для инструментов. Да. Здесь тоже можно положить фен. Угу. Положить разные принадлежности. И такие у нас есть наборы. Посмотрите на сайте. Либо в таком кейсе, либо в таком. Угу. Насадочки всякие, там валики. Например, опять-таки, силиконовый валик. Мой микрофон. В каком-то из наборов есть силиконовый валик, посмотрите. Ну как? Забираешь? Сильно, классно. Мне нравится, да. Мне тоже нравится. Надеюсь, вам тоже понравится. У Марины получилось идеально разровнять виниловую пленку. Вот такая футболка. Даже открою. Футболка прям новая, прям... с нашим логотипом и бейсболка. Подарю сейчас. О, кайф, а? Ну, я обожаю, когда мне подарочки всякие. Это нужно ее по размеру под окна. Ну, в общем, такая. Да, хорошо. Ну и футболочка. Смотри. Что ты мне сразу предлагаешь надеть?
Ну, хотя бы так. Всем, кому понравился ролик, классный вообще. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, как я и говорила прежде. Да, пишите комментарии. И смотрите дальше. Но, подождите секундочку. У нас есть еще одна вещь, которую я хочу тебе показать. О которой мы расскажем в другом ролике, в следующем. Буквально секунду. В следующий раз мы проведем разбор вот этой штуки. Что это такое? Это у нас Вармат А. И посмотрим, для чего он нужен, и как он работает, и все его нюансы. А мы это мы? Конечно же мы. А, то все-таки это теперь наш канал. Это же наш канал. Все отлично. В общем, ждите нас, и я обязательно опять что-нибудь сделаю, но только вы теперь, наверное, понимаете, что я совсем справляюсь, и все-таки стоит в меня верить. Обязательно.